minte bambine, vi se vuole un buon acrobat, sub clecit. Зубки будем лечить с пластилина, да? Да. Ты очень хотела эту игру себе, да, уже давно? И это я открыл. Уже открыл. Это инструкция, это манда. Там есть пластилин! Пластилин, конечно, есть. Ой, аккуратно, только не бросай все. О, что там есть? Какой пластилин. О! Это сверлить зубки. Да. Доктор так делает, да? Ну, распечатывай давай. Не рви аккуратно. Давай я сделаю. Зачем рвешь? Да, я сделаю. У мамы ножницы есть. Давай. Да, сделай ты. Здесь нужно. Что там нужно? Надо зубки поставить. Не туда этот. Одевай. Так, у нас есть белые зубки. Это, наверное, наш кариес. О! Вот, а ну открой теперь его. Ой, сколько зубочков у нее нет. Мы сейчас эти зубки будем делать. Потому что надо сначала поставить. О. Вот а так. Здесь зубки. А там зубки делают. Поверни к нам, мы не видим ничего. Здесь большие. К нам повернешь? Угу. Ну что, начнем что-то пробовать? Надо открыть нам белый пластилин. Там есть еще маленький пластилин. Да. Еще большие, правда? Да. О, какой большой! На, делай с него зуб. Нет, надо ставить сначала сюда и делать зуб. Мне маленький не нужен, туда не пасит. Вот так. И нажимай теперь, дави сильно. Сильно, сильно. А ну, получилось? Да. А ну, открывай, зуб получился у нас? Ой. Белый отрывай. Давай маме белый. Ах, подожди, нет, ты сейчас его так сломаешь. Спасибо, спасибо. Так, и куда этот зуб вставляется? Тут показать где. Это все такие зубы надо лепить нам теперь? Да. Ой, не закрывай, ты сломаешь ему до конца. Так, что мы? Еще один зуб делаем? Да. На. Мне кажется, мало пластилина. Давай еще достанем. Ну подожди, у него же там еще нету черного. Подожди. Все. Теперь я уже доставали два. На, еще один зуб делай. Осталось. Делай зубки. И нажимай сильно. О! Вот так. Доставай зубик. Лишнюю маме давай. Давай сюда. Как его закрывать? Давай. На. На, еще один. Делай. Что, мы все зубки будем делать? Или сделаем так, чуть-чуть? Нет, я чуть-чуть, да, быстро. Еще, стой.
Что, мы все будем делать ям зубки? Да, все зубки. И вверху, и внизу? Да. На следующий. О, видишь, какой хороший получился. У нас сразу будет чистить, правда? Открывай. Следующий зубик. На этот делай. Ой, у нас так не хватит белого пластилина на все зубки. Надо пойти. У нас есть еще белый. Да. Что мне хватит пластилина? Стой. Стой. Давай. Ломается у меня. Оп, еще один зубик. Вот так. На этот делай. Последний нижний зубик остался. Закрывай сильно. Сильно, сильно, сильно прям прижми. Я сильно сделала. Ломается. А теперь ты сделай. Вот так обрывай. А ну открывай, показывай нам. Вот, получился зубик. Что ж тебе открыть? Давай, мама поможет вытянуть. На, засовывай. Вот у нас сколько зубиков много. Язык еще нужно сделать. Еще язык надо делать? Да. Точно, давай. Или сначала зубки доделаем. Так, ну для того, чтобы нам сделать язык, нам надо вытянуть все зубки сначала, да? Потому что потом зубки испортятся, когда мы будем выдавливать. Мы потом их назад поставим, эти зубки. Давай теперь язычок делать. Как он там делается, только я не знаю. Ты знаешь, куда его надо засовывать? Это нам даже засовывать. Туда, наверное, да? А потом открывать или что? Да. Ага. Теперь будем лепить. Давай. Я держу. Вон язык лезет у нас. Толкай, толкай, толкай. Ой. Толкай, толкай этот язык. Толкай. Вот какой у нас получился смешной язык. А теперь ты можешь вот так. Дай. Вот так сделать. И сзади забрать весь лишний пластилин. Ладно, мы потом его заберем. Давай теперь все зубки доставляй наши, которые мы вырвали для языка. Я победитель. Ты у нас всегда победитель. Ну, давай дальше зубки продолжать делать. Посмотри, что это. Да. Я зубки. Что-то было кака. Правда? Угу. На, зубик. Вставляй. Теперь верхний ряд. Пошли имплантанты верхние. Здесь маленький зуб. Нам не нужен маленький зуб, правда? А там маленькие зубки? Да. Ах, так они разные у нас, эти зубки. Да видишь, ты... Так нам везде не надо большие зубки. Вот тут надо посередине маленькие. Давай поменяем здесь маленькие, поставим. Нет, а мне нужно маленькие. Они разве не одинаковые? Ну, покажи. А, смотри. Я поняла. Вот это коренные зубки, а вот эти такие. Вот сюда надо... Ян, ты перепутал теперь. Что там? Вот тут, вот смотри, какие у мамы зубки. Видишь? А тут должны быть вот такие зубки.
А ты перепутал. Вот этот вот тоже надо ставить сюда. Вот это большие зубки должны быть. А теперь делаем опять передний зубик, который небольшой. Понял меня? Вот. Вот этот должен тоже спереди зубик ставить. А, там красный. Ну, мы будем его лечить красным тогда, значит. Поворачивай к нам красным. Поверни сюда, чтобы мы видели, где красный. Вот. Вот это у нас будет кариес. Ох, какой большой кариес. Ариес. Упадешься. Да. Теперь куда мы будем зубик ставить? Зубик? Вот эти, о, вот, какая там красивая сетка. Вот эти вот тоже поставим наверх, потому что тут должны тоже быть небольшие зубки, а тут большие. Оп. Оп. Два маленьких. Да. А теперь нам нужно еще одни. Еще один маленький нам надо, да? Почему? Ну, сюда и сюда. А там совсем маленький, вот такой чуть-чуть красный. На, маленький зубик. Выиграл. Еще один надо маленький, да, нам? Угу. На, делай сам. Да. Нет, ты тут пальчиками не дави, потому что она потом получается никак. Тут нельзя давить. Просто дави вот этой крышкой сильно. Сильно-сильно, еще сильнее. Во. А ну-ка. Что там получилось? Ой. Какой-то кривой зуб. Дай-дай-дай. На-на-на. Такой на супе вылечился. Вот такой зубик у нас получился. Нам нужен теперь победить. Так, теперь нам нужно опять маленькие вот сюда 4 штуки. Ты будешь делать или маме делать? Я буду делать. И посмотри, что нужно еще туда это положить. О, когда это нужно положить? Там же это мы потом подумаем, куда. Там еще осталось 3 зубчика. И посмотри, оставь эту мою щетку. На тебе, делай. А я буду зубную щетку. О, это так паста выдавливается. Давай мы потом покажем. Мы же не успеваем все сразу показывать. Так, на зубик готов. Ян, сейчас будем зубную пасту делать. Давай доделаем зубики, потому что нам надо... Вот так сделали. Да. Давай, зубик вон готов у тебя. Ставь его. Потому что большие. Я вышла, у тебя 102 больших зубик. На, вот так. Это у нас пластилин последний уже, смотри. Так, ну наши зубки уже почти все готовы. Оп. О, кстати, его победа. На, последний это зубик. Что? Вот так. Все вот готово. Так. А теперь что? Чистить. А почему ты нам не показал, как зубная щетка работает? Смотри, давай мы сначала полечим, а потом будем лечить зубки. Полечи, посверли их и поставь пломбу. Нет, сначала нужно на них подрыть. Ну подрыть, вот тут смотри, подрыть, и чтобы мы там поставили пломбу. Рассверли его. Пломбы у нас перламутровые такие. Смотри, чтобы он только не упал. Получается? Да. Теперь нам нужно вот эти. Вот, на пломбу. Какой вот, блестящий. Да, перламутровый такой цвет получился у нас тут. Нам нужно наши маленькие.
Ну ты отломай, сколько тебе надо. Смотри, у тебя зубки выпадают. Так, одна пломба у нас готова. Все зубчики? Может, там нету больных, не все больные, может. Да! А ну-ка еще сверлить надо. Может, какой-то надо вырвать, то вырывать это вот так вот. А ну посмотри, может, какой-то зуб надо... Там нужно два! Два зубчика. Давай еще вот этот посверлим. А? Этот? Да. Это вот этот. Большой вот какой-то. Этот. Давай, сверли. Все, теперь туда нужно пломбу ставить. Сразу два. Вот. Видишь, там еще капут, там кровь течет. Кровь даже течет? Да, да. Так, еще какой-то надо ремонтировать? Надо. Давай один вырвем. Какой, да. Какой вырвем зуб? Сначала нам нужно это посмотреть. О, ты же еще можешь вот этим, да, смотреть. Это ты водичкой спрыскиваешь или что? О, а знаешь, что нам еще надо брекеты поставить? Какие брекеты? Брекеты – такие штучки, которые выравнивают зубки. Я тебе сейчас покажу, как они делаются. Такой красивый пластилин серый, перламутровый. Еще и язык! Так. И эту уже сделали. Еще одна. Давай мы теперь эти брекеты сделаем. Где зеркало? Это не этим делают, Ян. Это этим делают брекеты. Дай мама сделать брекеты. Я уделю. Вот так, смотри, я тебе расстелила. Теперь ты ведешь сильно. Сильно-сильно нажимаешь. Сильно. Вот. Давай. Вот, видишь, это у нас будут брекеты такие. Так, сейчас мама повысовывает. На какие зубы мы поставим брекеты? Брекеты на верху здесь. Нет, надо вот тут ставить. Давай на передних 4 зуба поставим. Мы их тебе будем... скоб распилю. Вот здесь я распилю. Вместе со спиль. Да. Теперь смотри, цепляем брекеты. Оп. Оп. Это надо прилепить вот так. Ой, аккуратно, тут кровь течет. Угу. Вот, одеваем эти брекеты. Кровь. Смотри, у нас брекеты одеты на передних зубчиках. А здесь же еще тоже дырка. Давай один вырвем зуб. Я же хотела вырвать какой-то зуб. Вот этим вот берешь и вот так хоп, это вырываешь. Или ты хочешь себе зубки оставить? Мне вот такие зубы не нужно вырвать. Вот такой зуб нужно вырвать. Не надо, у нас там брекеты стоят. Как мы его вырвем? Там же грязь стоит. Ничего, мы будем лечить этот зуб. Эй, куда ты брекеты снимаешь? Ты хочешь без зуба одного оставить? Ты этот зуб выкинешь? Ну давай, мы его выкинем. Это зуб плохой. Мы его лечили, не смогли вылечить. Так, а что у нас теперь? Дырка будет в брекетах. Давай тогда поставим где-то, может. Ладно, пусть будет так. Ты что, тоже этот вырываешь зуб? Да там же грязь. Давай мы почистим зубы теперь. У нас теперь есть зубная щетка. Надо туда засунуть зубную пасту. Да, я тебе даю все, сейчас ты будешь делать. Что ты сейчас там зубную пасту выдавливаешь? Покажи нам. Угу. Вон, зубную пасту выдавил, да? Теперь почисть зубки. Почистишь зубки? Хватит той пасты, много не выдавливай. Ага. Почисть зубки. Пациент уже почти готов, чистим ему зубы.
Вот так, все зубки чистые. Да, я посмотрю зубную щетку. Вот такая у нас зубная щетка. Оттуда выдавилась зубная паста. Вот, сзади вот так выдавливается. О, там есть дырка, там есть дырка, там есть дырка. Нужно его вырвать. Да. Еще какой-то зуб будем вырывать? Да. Какой? Да вот, вот такой, там же дырка. Так у нас вообще без зуба останется. Только один зуб останется. Один мы только оставим? Один? О, они уже вылезли. Так ты должен их не лечить, а не все удалять. Ты все зубки удаляешь? Нет, тебе нужно одну. Еще один нужно? Такой там же дырки. О! Чуть-чуть он не... Чуть-чуть не накушался с ним. Ам! Я еще кожа! Ам! Он, ты сейчас все прижмешь зубки, так будет всем капут. Я не буду капут. А, не дырка, не дырка! Пока, милые бомбины, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. А мы пойдем дальше лечить зубы, да? Да.